То, что показывают по российскому телевидению, идет вразрез с действительностью. Как обстоят дела на самом деле у россиян на войне в Украине, пытаются донести своим близким сами военнослужащие. У нас артиллерия просто охуительная. Я вот сколько ехал, всю дорогу, все про свою артиллерию рассказывали. Тут такое не получится, как в фильме. Вызываю огонь на себя. Они один промажут. Наши, они часто стреляют, прям очень-очень часто, много. Только они не знаю, попадают, нет, а укропы они редко стреляют. Но если они стреляют, они точно попадают. Наши же такие тупорылые, что ли? Наверное, не знаю. Ну, их артиллерия ложит четко. Они прям попросту не стреляют, просто так. Они подъехали, уебали, нахуй попали и на фронт отправляют без обещанного обучения, рассказывает кадровый военный своему собеседнику. Нет у путинских солдат и должного снаряжения. Даже дроны, которые используют россияне, низкого качества, могут выполнять задачи только в ясную погоду. Ну, это сейчас вот эти, которых наберут, это просто сейчас поедет неподготовленное местище сюда, понимаешь? Ну, сейчас обучают их, месяц будет обучать. Не будет никто никого обучать. Не, обучают, Жень, показывают, как он это... По телевизору как обучают, наших тут обучают, наших там разделяют. Ты слышишь, я тебе что говорю? Вот я приехал туда 17 числа, 25-го я уехал, а мне тоже обещали, что у нас будут 2 месяца обучать. Ну, потому что... Нет тепловизоров, нет, у этих, говорит, есть все. Я не понимаю. Заключенных, которых вербовали и в ЧВК «Вагнер», и вновь созданный Министерством обороны Российской Федерации батальон «Шторм», бросают на первую линию обороны. А дальше, словно машина времени, возвращает нас в сталинские времена. Действуют заградотряды. И у нас зэков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперед. А мы сидим, как заградотряд. Если кто назад побежит, замочь. Какой-то кошмар. А у нас так поставлено. То есть мы сидим вторые, охраняем первых. Сзади нас еще линия, туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально, свои пристрели. Бессмысленность неспровоцированной войны России в Украине начали понимать и сами военнослужащие путинской армии. После подписания контракта назад пути нет, и шансы вернуться живыми и целыми к родным минимальны. Скажи спасибо нашему главнокомандующему, который нахуй вертел тут дело. И вообще эта мобилизация, она... Конституционно неправильно. Должны были этих срочников вводить, а потом уже гражданское население собирали. Регулярную армию. Чего же он там пережет их всех, чтобы не разорвали его матеря, блин. И вообще она вводится, когда на страну нападает, а не когда страна нападает на кого-то. Сволочь такая, блин. Как мы вот здесь проклинаем этот день, просто не передать словами. Его и его, эту братью всю порылую, которая сюда кинула нас, блин. А теперь нам всем тут расхлебывать это все, то, что они там натворили. Дальше проживем. Надо там поднимать, да, резонанс, общественность. Что он творит, все, что хочет. Если не удается отказаться от участия в боевых действиях, всегда есть возможность сдаться в плен, напоминают украинские военные. Только так они могут гарантировать, что российский солдат вернется домой живым.